Экватор тыдня. Акцию с такой назвой у снежні проводить областный драматичный театр. Артисты пропонуют гамельчанам не чакать выходных, а приемно провести вечер у середине тыдня. Для этого у сераду и четвер у театра будет дейничать один и кошт квитков на вечерние спектакли – 5 рублей. Придумали такую акцию, потому что в театре всегда тепло, уютно, светло и празднично. И акция «Экватор недели» позволяет нашим любимым зрителям среди рабочей недели прийти в театр, переключиться от ежедневной суеты и посмотреть лучшие наши фестивальные спектакли. Мы рады, когда у нас много полные залы, и актерам приятнее работать, и театру веселее. Сегодня глядачов запросили на историчный детектив у «Воскресенье Лазера». А на наступном тыдне 12 снежня на сцене драмтеатра трагикомедия «Древы помирают стоячи». Початок усіх спектакляў у 19 годин.